Значит, как-то из Карелии, а мы с женой обычно летом по Карелии путешествовали, по северам Архангельской области, все очень по душе, и новые места, территория. И думаем, ну, в Пушкинских горах не были ни разу, почему бы не проехать обратно? В Москву через вот Пушкинские горы проехали, посмотрел я все это, и я сразу понял, вот, что все. И буквально через, ну, сколько там, несколько недель начали поиск, там, нашли вот где землю, так получилось. Сначала вариант был там за Михайловским с той стороны Сорати, в Зимарях, ну, а потом вот сюда. И тут уже вот все, так сказать, один участок с другим. У меня здесь вот 5 с этой стороны, 5 с той, то есть вот то поле тоже, значит, вот мое. И... 5 гектаров, да? Нет, 5 участков, 5 но они участков. Меньше, там они поменьше, да, да. Ну, достаточно мест. Ну, да. Там вот Великая река, буквально 300 метров, буквально 200 метров. Великая. Да, Великая, прям вот так петлю делает, вот туда вот, значит. И вот рядом Сорать впадает. Вот, значит, здесь было еще год назад. Дерн, заболочено чуть-чуть, тут даже в советское время мелиорацию проводили, потому что, ну, глина под основу тяжелая. Как там, наверное, да? Примерно как там, канавы, и вот, да, ну, сейчас здесь у нас полметра песка, это 100 КАМАЗов примерно сюда только навезено, сейчас, значит, крупный речной песок, трамбованный, он просто тут разворотил огромный погрузчик, Вольво такой, на днях он тут кучу увозил, здесь будет вот навес для машин. Это домик для рубильной машины. А для чего? Это очень интересная штука. Вот эти осина ольха, которая сзади лежит, это вот те бревна, которые... Это способ. Это чуть ли не единственный сейчас способ быстрого восстановления не просто в масштабах можно страны, плодородия, а восстановления минерального состава при высоком плодородии, что еще более важный аспект. У нас сейчас ведь максимум, когда говорят о качестве продукции, где-то органическом, да, это, сказать, но это не самый высокий уровень. Органическое значит, что нет химии, грубо говоря. Но есть ли в нем то, что когда-то ученые по таблицам рассчитали для нужд человека, мы меряем, смотрим, в 20 раз меньше, через 5 лет выращиваем в 30 и так далее. То есть макроэлементы тысячи, а микро, кремний, йод, литий, там, которые очень важны, но в макро, в микродозах их нет уже практически. И вот тут возникают большие проблемы, даже у тех людей, кто вроде бы на здоровое питание, нехватка определенных компонентов со временем приводит к проблемам. И вот это не потому, что неправильная идея сама, потому что мы так природу изничтожили, мы фактически землю высосали из нее, то, что за столетия вот этих неправильных убийственных технологий земледелия, это землепашество, это... И поэтому, какой есть вариант? В земле, в симбиозе, в природе, в лесу выросли там сотни видов растений, от мала до велика. И есть, например, нехвойные породы, просто с ними быстрее работать. Когда мы можем 30-40-50-летнее, допустим, дерево прогнать через вот эту щепорубильную машину, щепа на огород или в междурядье, ну, так сказать, куча, компост, куда угодно. Поливается это, ну, для ускорения, опять-таки, же бактериями, там, культурами, там, Байкал-Восток или аналоги. Еще лучше микоризы грибные, это связи уже с грибами, так, мир грибов. И тогда у нас перегнивает за полгода определенный слой. Вот если, например, лиственный, широколиственный лес дает нетронутый природного слоя биогумуса сантиметр в год, а хвойный в 100 лет тот же сантиметр, в 100 раз меньше, чем широколиственные леса, то тогда вот мы говорим о том, что мы можем за год 10 сантиметров сделать. На свои. При этом то, что там будет минеральный состав, богатейший, то есть когда мы уже вернем. Да, и мы отсюда, вот таким, пойдемте, я как раз покажу, как это, грубо говоря, вот. Здесь, конечно, дренажировано, дренажи в ту же мелиорационную канаву, ну, коли уж она у нас есть, мы туда и выделим. Вот, значит, вокруг домов, безусловно, сделаем вот эти дренажные системы, вот пересадили мусковом земле, да. Елочка, она у нас светит, ну, значит, Новый год был уже, и... ее, так сказать, как бы, чтобы люди вокруг них. Это маленькие котельные, они вот дерево, что же надо отделать. Это в другом моем хозяйстве, вот из Тверской области. Газ? Мне... газ? Нет, ну вообще газ, говорят, поведут. И первая деревня как раз, по сути, наша, ну, от до Пушгорки. Но это нам, в принципе, не важно, у нас дрова. Ну, электричество, дровяные, конечно. А можно посмотреть, интересно? Можно, я даже вам так скажу сейчас, я дам потом информацию. Вот смотрите, у нас поднято дома, там подполье, да, есть некое под домами. И вот это подполье единым воздушным пространством соединено с маленькими котельными. Там стоят необычные печки, а это такая технология бочка в бочку. Внутри мы жаровник, где дрова горят, а внешний кожух, там определенный слой воздуха, это, сказать, вот тот барьер, где воздух замкнуто, загоняется помпой воздушной вот этим насосом, ну, имеется в виду вентилятор, который стоит на входе между слоями котлов,
и вдувает воздух туда холодный из помещения, а оно единое, и выдувается через вот духоводы между слоями котла уже туда вот по каналам. Тем самым у нас осуществляется круговорот и нагревается воздух. А это самое лучшее. Во-первых, он иссушается, там не будет сырости, он нагревается. У нас внутри там термомасса, это что? Кирпич, бетон, земля. У нас, видите, вот на 1,20 м пеноплекс вот этот врыт вертикально вниз в землю, тем самым мы от мостик холода убираем. У нас все внутри является термомассой. А у нас мы... на даче не так дом сделан, мерзнет постоянно. Ну вот, это вот просто, ну там есть, есть технологии заваленок старинные, которые я могу объяснить это в двух словах. Ну я, кстати, тоже буду делать еще и заваленки здесь. Дополнительное утепление. Ну и вот теперь оно просто отделано, они будут так же, вот, да, и, так сказать, мы... А внутри кирпич, потому что жар стойко и аккумулировался, что ли? Нет, дело даже в другом, чтобы пожаробезопасно. Ну просто потому, что это все-таки мы отсекаем камнем дерево, это правильно, и стенки все там внутри каменные. Вот. Ну, на литых фундаментах они стоят, вот эти пристроечки на плитах бетонных. Ну а там свайна изначально была, а потом еще ленты долили и... Так, давайте посмотрим, я тут покажу сейчас, сюда, что. Значит, это вот зимний сад, это на скорую руку, там грядки, их надо правильно делать, вот как вот эти стоят, там брусочки в углах пробиваются, они, а там просто одну на другую короб положили. Кстати, если их промазать глиной, а глина такая плотная, типа гончарная, лет 15 она прослужит, не будет гнить, лет 15. Гончарной глиной? Просто дерево глиной промазывают? Да, со всех сторон, да. Вот оно смотрится, вот дерево необработанное, вот беленькое, а тут оно вот оно становится. Причем обратите внимание, вот крышу, например, вот той пристройки, вот стены и крыши измазанные, вот дровника того там, дровник, это все глиной, дождь никакой даже на крышу не смывает. А как? Обычная глина. Да? Да? Вот вам не нужна никакая химическая поганая пропитка, она же лучше, чем любой сенешек огнебилый проф там, от огня, ну тот же примерно коэффициент, то есть не хуже ничем. Второе, она экологична, она дешевая под ногами, мы забираем глину, вот вам прудик, да, вот вам, так сказать, сразу покрытие, которое еще против грибка и так далее. То есть вот сколько плюсов. И все на поверхности, как говорится. Поэтому вот это называется вперед в природе, это вот это называется. Не назад, а вперед. Вот. Ну, здесь вот разворотил огромный этот, застрял в нашем, так сказать, заболоченном месте 16-тонный этот погрузчик. Ну и мы его, так сказать, здесь бульдозер гусеничный выгонит. А там у нас будут такие грядки уже в 4 слоя высокие для питомника будущего лесного создания. Лес, вот широколистное восстановление. Есть такая вот интересная программа. И, так сказать, на этом закрыли. У нас тут вот клен сахарный из Канады, семена сидят, уже маленькие росточки. Это именно тот самый, где, по-моему, 30 с чем-то процентов, самый высокий процент содержания сахарного сиропа. Причем он выдерживает до 45-50 минус, это морфа северная. У меня есть и курма виргинская, это минус 45 держит. Вот, очень много. Это все есть, это все было. И есть очень много тропических, как бы, как мы считаем, фруктов, которые держат огромные минусы. Вот, кстати, было даже два колхоза в советское время такие, мы такие вот, кристальные, то есть, когда еще сохраняли вот это вот. Вот. Ну вот теплицу, видите, как можно использовать для временного, потому что не от погоды не зависим, ну, и да. Как сушка материала. Причем вот обратите внимание, вот, кстати, наши вот сотрудники, помощники, ребята, вот видите, сейчас они занимаются тем, что делают. Вот сейчас скажу, вот это мы сделали наподобие что-то типа термодревесины. Во-первых, то есть мы обожгли горелкой газовой, значит, уже текстуры красить не надо, ну красиво. Вот там вот, когда аккуратнее это вот делается, ну, да, получается, да, вообще, да, прям, да, красиво. Потом покрывается пропиткой, и можно не химическая наша, когда соединяется в определенной пропорции живичный натуральный скипидар, олифа, значит, льняная, и там, значит, воск, если пчелиный, то это великолепно в определенных пропорциях, и потом пропитывается на горячую. Она как бы полимер природный, такой натуральный, как пластик становится, только, ну, естественно, это условное сравнение, а получается так, что она уже не... С этой стороны только с одной, одним слоем пропитана, пока еще ребята не пропитывались, сегодня должны вот это все, как раз мы дождались, видите, неделя абсолютно сухая, она уже где надо протрескалась. А на эту конструкцию стропильные системы на днях вот прям начнут собирать,
а будет перекрыто, вот эти 200, грубо говоря, 50 метров, вот там даже, видите, вот грядки, но только уже из сотого бруса сделаны. Зимний сад, да? Зимний сад, то есть круглогодичное использование подведено туда и свое. А это будет наполняться уже? Это уже землей, да? Хорошим, да, то, что мы сняли, вот где дома, мы же, я вот не могу, когда надерн, так вот, упоганить. Ну, его надо бульдозером снять аккуратненько, вот этот плодородный, который за сколько десятилетий у природы ушло, чтобы так мы его закатывать нельзя. Поэтому до глины снимаем, дерн отделяем, его пускаем вместе с опилками теми же, так сказать, и будем вот таким вот. Тут будут теплые гряды, потому что будут гофрированные специальные трубы, просверленные, проложенные внизу, и общая циркуляция воздуха будет из-под конькового пространства через гряды, есть такая технология, и под землей. Тем самым мы будем термомассу нагревать, создавать, и тем самым еще конденсат. То есть будет воздуха поливать не надо, в принципе, потому что корневая когда растет до этого слоя, а за счет перепада температуры, разницы в земле, в почве, и вот плюс 50 наверху, будет огромное количество воды, значит, в корневую систему поступать. Это второй момент. Третий, что тем самым мы, снижая температуру, мы, значит, можем реже проветривать. А что значит реже проветривать? Что мы из этого можем в себе получить? Пользу какую? Больше остается углекислого газа внутри зимнего сада. А если больше углерода, быстрее растут растения. Так вот, у меня были рекорды инжир, например, в зимнем саду, вот в другом, ну, у меня в картошном, там, 3,5 метра за один год вырастал, то есть за сезон, 3,5 метра. Вот, так что это все можно в разы увеличить. Урожайность, это вот есть приемы такие. Я всю жизнь этим всем занимаюсь, изучением всех этих моментов, так сказать, с практической стороны, ну, естественно, теории, практика. Да, и вот по профессии или как. Ну, вот я биолог, да, я как бы занимаюсь. Я вообще изучал, знаете, как интересно было, и у нас и десятки биологических и предметов, и географических, так сказать, и включая вплоть до картографии, там, и что только, от цитологии, там, и физиологии растений до картографии. Вот, да, и вот, ну, давайте пройдем. А вот эти вот дырки между полом? Это все будет заполняться. Тут мы, а вот мы тут сделаем, типа, вот таких заваленных к зиме. Сейчас смысла нет, ну, пока землю прикинем, просто чтобы не продувало. А к зиме уже сделаем такие вот заваленки. Это вот делается, тут кладется, например, брус, ну, посмотрим. Можно, конечно, пеноплексом, но я в зимнем саду, можно, конечно, потому что грядки изолированы далеко, это, собственно, инертный материал потом, когда он в холодном состоянии, но я сделаю, скорее всего, заваленки. То есть мы здесь прокладываем вот определенный 50 см расстояние брус горизонтально, там под него опоры. А можно сделать, чтобы было более долговечно, по-другому. Здесь мы вот так оборачиваем, вот так, и вот к нему, значит, устойчики ставим, и косые, да, вот эти вот, значит, внутри термофолом, таким, это такой вспененный полиэтилен, который, значит, вот с фольгированным слоем отражения, а внутрь керамзита засыпаем полностью. И керамзит — это уже обожженная глина. Собственно, кстати, а от земли холод не пойдет? От земли не пойдет, если мы, значит, вот насколько мы вынесем его, и если мы внутри будем топить. Ну, конечно, если мы отсечем глубину 1.5 метра или там 1.20 метра, у вас дома, да, то, конечно, это просто самый простой вариант. Просто он пеноплекс, ну, условно, он же не совсем, все-таки он не экологичный материал. Конечно, если его не плавить, ничего, инертно можно использовать, но все-таки. Так что здесь вот, а мы отнесем на 0.5 метра, это еще второй вариант. Труба полипропиленовая прокладывается, копаем на глубине 1.20 метра внутри по периметру и пускаем ее от контура того же котла, если у нас есть связь там с ВВ. И мы, в принципе, просто отсекаем вот это снизу вверх, самый холодный период. Это не такие траты, это вообще, собственно, домик вот это интересно сделан. Он пристройка к зимнему саду, там будет проход изнутри туда. Пол, все тут двойной. Тут керамзит, тоже насыпь в стенах керамзит. Вот только мы видим серебряный, это фольгированный термофол, который мы, так сказать, и внутри он также отражает тепло. То есть керамзит является термомассой, плюс экологичным утеплителем. Потолок также засыпан керамзитом. То есть пол керамзитом, стены керамзитом, да, все керамзитом, да, а внутри, да, каркас, да? Да, и внутри каркас, причем все это сделано так, что это вот все гармонично и переходит. Не, и не продувается? Нет, нет, но он не может продуваться, потому что здесь вот... Причем вот здесь пока мы не стали ничего отделывать, безусловно, солнце сейчас несколько покоробило, но оно уже приняло свою. Это зимой делалось. И вот, тем не менее, зима плюс-минус, у нас лякотный, когда плюс как раз обрабатывалась глиной. Вон она даже кровля, и с той стороны ничего не смывается. То есть, а вот тот домик, там вот, где ребята ждут меня, там уже года, ну, третий год, он первый был построен, два сезона, скажем, ха. Там вот, ну, кровля только металлическая, а так стены, косые дожди, все бьют нормально абсолютно. А вот. Это тоже в грядке? Да, но это между грядок, потому что все-таки это хвойные породы, их первый год сразу нельзя в грядке, они закислять можно будет. Вот. А это, кстати, как красиво, да, смотрится? А это просто деревяшка, просто горелка и обжигается. Да, 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 да. Вот вам такая вот. А потом.
А вот покрывается. Видите, как пахнет уже? Это вот уже льняная олифа, жилищный скипидар. И все, и она не будет гнить, она не. Да, ну надо только несколько раз прокрыть, потому что она микротрещинки будут, потом еще разочек. В конце концов. А подкрашивать. Нет, ну, если вот вы уже потом сделали, ну дома же их постоянно подкрашивают, это надо, не надо подкрашивать? Нет, это смотря, если дома подкрашивают, потому что краска облупляется, либо... А, я мама красит, чтобы не гнило, нет? Что, это неправильно? Нет, ну если оно уже сделано и, так сказать, законсервировано, зачем просто так ресурсы тратить, не нужно? Вот, вот они, грядки пропитаны, ну это отдельные элементы, вот, которые пойдут вот... сюда, да, и будем тут питомник. Вот здесь будет питомник. Здесь вот эта баня. Это вот технология на винтовых сваях. То есть когда, ну тут 12 вот винтов, 108 трубы вкручены на глубину 2 метра. Про сваи мы знаем. А головки наверху, да-да-да. И вот вклинены, видите, врублены, это вот 200 на 150 брус, а бревна вон они лежат. А из осины, это баня из осины, которая накатана и сюда привезена. Там у нас, видите, прям почти... такой речушкой. Ну, это, да, это как бы вот та самая мелиорационная. Она, в принципе, а купаться после бани будет где? Ну, это сделаем здесь, конечно. Вот. Так, ну это вот там у нас, ну вот там вот у нас единственная беда случилась, прям 1 марта, 2 месяца назад, так сказать, дом сгорел, огромный дом, уникальный дом. Из 36-го бревна, вот такого, да, чтобы представлять масштабы, второй, третий этаж были из этого бревна, первый из другого, ну, из другого материала. А двойной каркас, так вот 2350 погонных метров. Сруб. Он, да, он был 8 лет назад на Селигере, поэтому дом можно построен, можно писать книгу, то есть это уникально. Это 300 лет сруб? Да, 300 лет елем, я имею в виду, вот, деревьям 300-летним. Это сейчас не про это говорить даже не буду, в общем, он больше, чем все это хозяйство было. Все. Ну, пойдемте так, туда. А в бане печку какую хотите сделать? В бане? Нет, ну будет как полозная такая, ну посмотрим, каменка будет все равно какая-то, или металлическая с... Если просто, как... Есть разные, я сейчас вам другую баню покажу, ее позавчера привезли, уже готовую. Есть бани-бочки, так называемые, делают. А, я просто привозят готовый вариант, изумительный вариант, очень хороший. Я таких картинка видел в интернете. Да-да-да, но там, как везде, свои нюансы есть. Работают люди. Не, нет, просто может быть. А это спанбон, вот этот, который вот пропускает часть солнечных, ну то есть он чуть-чуть затеняет, влага больше в почве остается, не так сильно растения обжигаются, если им вредно, ну если вот нельзя, особенно рассаду, когда это. Но здесь для другой причины больше, ну, сушалась, скажем, корка, вверх тут лучше прорастали. А вот для некоторых растений, там орехов и прочее. Вот это вот. Альха? Это из рубильной машины как раз вот остается. Та самая осина альха, она уже вот перегнивает, ну, а, нижние осина, какие-то, да. Видите, она уже вот там такая, да, осина альха. Давайте сейчас я... Вот это наша такая огородная часть. Вот как не огородная, а тепличная. То есть, поскольку вот по срокам, ну, не успели, вот многое, как говорится, одни нюансы, другие, то решили сделать здесь. Быстро. Вот поставили каркасы без всяких вот, то есть брусы. Ну, тут в основном брусы 150 на 150, два слоя. Они анкерами, спицами стянуты, они тоже длинные. Раньше мы там битумом нижнюю часть, это смысла нет. Они ничего с ними не... Ну и вот, ну тут просто открыты с той стороны, чтобы сейчас жарко. Вот тут томаты, огурцы, перцы. А под ними, конечно, чтобы землю, допустим, ну, сейчас я покажу. Гинго-белобы очень много, у меня сейчас маленьких прорастают. Ну это вот как здесь, чуть раньше посадили, позже потом. Вот здесь салат, например, там стоит. Вот такие высокие грядки, они более теплые, на месяц вот раньше можно зареть. Да. Они как-то подогреваются изнутри? Нет, они за счет того, что от общей земли они все-таки со всех сторон продуваемые воздухом, и теплые атмосферы уже тепличные условия, так сказать, создаваемые. А, баб, ты видишь, там есть зазор между стенками. Да, 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 между каждой грядкой. Земля из-за этого нагревается, да? Да, 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 конвекция происходит, так сказать, внутри. А у нас прям кругами. Ну вот, а это вот, да, это тоже нюансы. Это двойная теплица, это как двойной стеклопакет, то есть вот тройной и так далее. Папа, не к чем ты обратился по теплицу делать?
Ну, да. Если что, потом как. Вот, а вот, вот бочка, посмотрите. А это, кстати, да, это мы решили, это светлица, пленка, а, кстати, в Питере производится 91 года. Вот она, это 200 микрон, ее практически руками, ну, не разорвать. То есть это, она от 10 лет гарантии только. То есть вот, но это уже такой полиэфир, это даже не полиэтилен, это очень прочная. И она паяется, то есть вот наложить два и феном. Она, ну да, и валиком покатать, и она в этом месте не разорвет. То есть из нее монолит можно делать любого размера и как полотно. Вот тут тоже, конечно, ребята, это так, тяп-ляп немножко, но вот. Ну а это вот та самая, которую перевезли. Причем вот даже, смотрите, какая красота. А, она тут и запах, и он сейчас ее еще там обработан. Порой отделение там уже топочное, со своим котлом, совсем, так сказать, уже установлено. Все-все-все как надо. Да. А это помывочная, да? Да? Это нет, помывочная там, да, она там сидит предбанник. Да, ну и посидеть там, столик, вот, водичку попить там. Брусничную. Самое лучшее. Вода брусничная, конечно. Для почек полезно. Вот. Ну и. Ну тут. Да, и здесь у нас. Там, где домик пристроить без минуса, но не видно отсюда, чуть-чуть изгибается, да? Там канализация, ну, что от всех домов проведено, и мы сюда просто пророем, вот отсюда пустим. А здесь 5 домиков будет, значит, 3 на 6 таких небольших, рубленых, их уже вот в Нелидово, тоже заповедник, биосферный Нелидовский, там срубили в Тверской области. Половина пути отсюда до Москвы, конечно, примерно. Тут брус такой, видите, 250 на 200, мощнейший брус, ну да, тоже врубка, анкера, и вот уже видите, как сделан пол, то есть он уже как бы, мы, он проходит самая высокая точка, а так вот, везде вентиляция, проветриваемая, значит, мы внутрь 150 на 50 доску ребром, прикручивается, далее, брусочки вот такие, тут, ну брусочки 30 на 40 миллиметров, вот под каждой дощечкой, вот смотрите, как интересно, видите, они с торца, прикручены, да, к нижней части доски на ребро поставлены. Вот так, прикручены. А теперь мы берем, кладем, делаем фальшпол. Ну, промазываем с глиной, потому что там даже не надо ничем больше. И здесь мы просто так термофол накладываем, значит, полностью, и насыпаем керамзит. Только, естественно, когда полубревно, а первое ляжет полубревно, а потом, значит, мы еще прикрутим вот сюда сверху, еще эти доски, вторую уже 150-ку. И вот сюда примерно слой сантиметров больше 20 засыпется керамзит. Ну а дальше половая уже доска пойдет и прочее, будет прочная. Да, все вот так вот полно. Значит, соответственно, мы можем уже и при стройке ходить спокойно. И это вот не так, та экономия. А общая это генеральная идея вообще. Значит, проекта, я вот, сейчас скажу как раз об этом. К этому чего? И перехожу, да. Тут последнее. Вот эти 5 домиков, здесь будет такой прудик, ну, лавочки и прочее. И потом, возможно, 5 домиков с той стороны. А вот за этим домом по прямой спустить, вот там будет еще один большой дом, где уже будет, собственно говоря, ну, вроде как лекционный зал, актовый зал там и прочее. Я хочу здесь сделать, а я уже проводил здесь занятия, на самом деле, с группами, то есть, кто меня смотрит, знает, приезжали, как раз обучающие чему? Ну, например, экологическое чистое строительство. Органическое земледелие. И все это взаимосвязано, у вас, так. У вас я... в интернете все это есть? Да, да, да. У меня очень много чего в интернете есть. Слушай, надо найти. У меня 8 сайтов. Ну, собственно, главный блог мой это вот ufralov.ru, так сказать, это блог по здоровью, адекватному образу жизни и так далее. Хотя в нем, конечно, мы и все, что около того, и строительство, и прочее. Но у меня есть отдельные сайты, вот прям по органическому, клуб органического земледелия и там прочее. Я дам, найдете потом все. Вот. И плюс такой обучающий, оздоровительный центр, такой аграрный, вот такой некий комплекс. То есть как можно отделить одно от другое? Эти сферы нашей жизни едины, создают среду, правильно? И как... Поэтому, значит, вот, буду приглашать людей. Вот как приезжала тут, например, Анна Зименская, вот, там, врач, сыроедка, вот, по очищению организма. Она занятия проводила. Вот, все бы уже было, конечно, гора. Вот если бы такая беда не случилась с тем, потому что там, там все уже и три. Зал огромный. Это печь внутри была, топили, топил такой человек, который, ну, раскалилось так, что это смотрит, кидает, лишь бы как вот люди, как, ну, с мозгами, что люди сейчас. Это... И человек нормальный, но вот то, что, видимо, родители, все это сказалось, возможно. Что происходит? Люди же думают.
Да, ну и вот, конечно, там бы уже... Ну вот, поэтому резко я изменил, ну, как сказать, такой план, чтобы хоть как-то уже в этом году не терять год, принимать уже людей больше и коллег. Потому что там, я, кстати, на мансарде, ну, там 11 человек, там тоже очень красиво, там 5 с одной стороны, ну, это как хостел такой получил. Ну, все тоже очень душевно, красиво сделано, конечно, экологично. Ну, и вот здесь вот 5 домиков таких, когда по 2-3 человека вполне можно принимать. Красивая будет обстановка. Ну и сейчас вот заказаны у меня беседочки, разные там, значит, вот спортивные будут, ну там настольный теннис, допустим, будет такой вот уличный, всепогодный, там баскетбольное кольцо, кто там хочет, ну то есть вот такой, естественно, никакого, понятно, алкоголя, табака, то есть, ну не хотят уж, не приедут, я думаю, для большинства здравомыслящих людей, особенно кто с детьми, будет на... Они понимают уже, ну, все, многие, что лучше я поеду, где, да, этого я не поем и не уж обойдусь без алкоголя, зато мои дети не будут видны пьяных, харкающих там вот этих вот всяких, кто, и бутылки, и, так сказать, окурки, и видите все так, это. А приезжают все-таки люди в основном на занятия или пока на, да, отдых? Пока да, но поскольку мы уже, допустим, разместили в, как это, крупный букинг, да, вот этот вот, значит, ну, отель, реклама в букинге, то люди уже едут оттуда. Вот сегодня у нас там вчера две семьи, ну, то есть первый этаж занят. Первые приезжали тоже. Причем, ну, знаете, приезжают люди, которые, ну, по крайней мере, вот, ну, вообще никто не курит там, не, если даже что-то, то есть, ну, то есть такие вот люди уже, которые как-то место, оно, ну, и задача, идея, то есть мысль, она же, так сказать, материальная. Вот ты ставишь такую определенную цель, блок и так далее. Это вот Диорн, тот самый, просто верхний слой подсохся, понятно, что солнце зашло, шпарит сейчас. А так тут тоже будут грядочки, дальше все выровняется. Там вот куча с той стороны. Она тоже часть пойдет. Да-да-да. Вот. Вот так вот в ряд поставили груз без всяких оснований. Ну только на небольшой кусочек стоечку. По большому счету по-другому и не надо, потому что почва, даже если будет где-то чуть-чуть пучиться, то это невидимо, вся конструкция сыграет. То есть тот каркас самой теплицы, что стоит на основании, будет работать с основанием. Основание такое, можно за один край поднять, оно не прогибнет, потому что в 300 на 150. То есть даже на 6 метрах длины, это колокола он вешали по 20 пудов, там по какой-то 20 по 100 пудов. На такие балки раньше. Че? Вот. Ну, будут несколько банек таких, потому что когда будет людей больше, конечно, это удобно. Это вот на 4 человека очень комфортно. Там на 6 считается, ну как бы на 4 комфортно. У меня в Литве там приятель такой, он банщик. Но он, правда, вот только признает, когда огонь сквозь камни, чтобы вот это. Огонь сквозь камни. Да, и вот у него, он говорит, только одна печка у меня, и одна в Канаде такая есть. Вот так, у него, значит, ну, там проблема, что камни быстро от копоть там образуются и прочее. Так у него сделан такой двойной дымоход. Он, когда растапливает, то у него идет мимо камней. Открывает задвижки там, да, сначала. И мимо камней идет, поэтому, а весь, вся чернота, сажа, это момент прогрева, потому что конечно, черный конечно. Дым. И он говорит, я посмотрел 5-10 минут там, о, все, можно, дым, да? Закончился. Перекрывает. И огонь идет через камни, да? Через это, там... Особенно из дрова. Вот тут нужны года по 3, чтобы они были сохли. То есть вот 3-летние сушки. Вот тогда они почти не это. Значит. Ну да, да, да. Ну вот это все. Поэтому надо готовиться они летом, а так сказать, дрова. Да. И вот, ну, в общем, это вот тут будет другая вышка, где будет тоже поставим все дело повыше. Там освещение прожектора, чтобы удобнее вокруг, так сказать, было. Ну вот и щебёночка. Так а в семье у вас что за семья? Ну вот сейчас приедут попозже, еще может дождетесь. Какой? Жена, там двое детей. Двое детей. Да, пока двое. Ну, вот. Ну пойдемте, да, наверное. Пойдемте. А вы здесь живете постоянно? Да, уже постоянно. А дети в школу там? В школу тут вот в Кузгарах. То есть прям вот переехали, знаешь, что-то. Да? Да. Конечно, и вот. Английским со мной занимаются. Кстати, да, вот школа дистанционно. Наталья на другой машине поехали. А я взял здесь 46 соток по соседству. Ну, еще предстоит строить что-то. Такой бурелом там, да, пока.